Всем огромный-огромный привет! Сегодня буду готовить очень вкусную лапшу удон. Я такую готовлю себе очень часто. Сегодня буду делать ее себе с курицей и овощами. Овощи у меня это болгарский перец. Добавлю немножко. У меня было зеленой фасоли отварной. И, конечно же, грибы. Я буду делать в этот раз в сливочном соусе, не в соусе в каком-то, да, для обжаривания китайской лапши, а именно в сливочном соусе, очень мне нравится. Немного добавлю сыра и немного чеснока. Первым делом разрезаю куриное филе на две части и отправляю на сковородку обжариваться. Обжариваю куриное филе с небольшим количеством масла, примерно где-то минуты по 3-4 с каждой стороны. Пока обжаривается куриное филе, нарезаю грибы вот такими крупными ломтиками и также болгарский перец с соломкой. Удон отвариваю 5 минут в кипящей воде. Обжаренное филе нарезаю вот так вот мелко. В эту же сковородку, где обжаривалась курица, наливаю немного масла, чуть вот побольше, чем было до этого, и отправляю обжариваться грибы. Огонь у меня большой. Как вы знаете, вок нужно обжаривать очень быстро, поэтому огонь большой. Не забывайте помешивать, чтобы ничего не пригорело. И сюда же нарезаю курицу. Отправляю сюда же кусочки мелко нарезанной курицы. Она такая полуготовая, но теперь она приготовится быстрее. А удон отправляю варить 5 минут. Отправляю в курицу зеленую фасоль, красный болгарский перец и все обжариваю на большом огне. Это очень вкусное блюдо. Я вообще люблю макароны с таким соусом. И вот даже если у кого-то нету какого-то специального соуса, терияки там, да, или соевого, очень вкусно получается в сливочном соусе. Продолжаем обжаривать. Не забываем добавить любимые специи и травы и все перемешать. Заливаю все это дело сливками, примерно где-то миллилитров 100. И буду немножко уваривать сливки до того, как они капельку загустеют. Примерно минуты 3-5. Не забудьте все по вкусу подсолить. И добавить черного молотого перца. Я буду добавлять лимонный перец. Он очень-очень вкусный и придаст приятную кислинку нашему блюду. Добавляю сюда тертый сыр. Много не надо, грамм 50, это для соуса. Все хорошо перемешиваем и выкладываем макарон. Выкладываем отваренный удон. Я его предварительно не промываю, я его сразу стараюсь, как он только вот овощи у меня приготовились. И удон сварился, все делается очень быстро. 5 минут и сразу вылавливаю и выкладываю в соус. Перемешиваем лапшу со сливочным соусом. Сыр уже, как можете видеть, растворился. Безумно уже хочу все это съесть. Смотрите, как тянется там сыр. Посмотрите. И все. Буквально 3 минуты. Соус загустел. И наш сливочный удон готов. Ну и вот такой вкусный сливочный удон у меня с грибами и овощами и курицей получился. Это очень вкусно, не обязательно добавлять какие-то азиатские соусы. Попробуйте сделать так, и вы просто съедите всю сковородку, я вам обещаю. Кому понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и заходите в группу ВКонтакте. Делитесь там моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Также подписывайтесь на второй канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем до свидания и пока! Готовьте также вкусно!